Итак, ну что ж, всем привет, с вами снова Михаил, мы продолжаем проходить игру Batman Arkham Asylum, это у нас уже 13 серия, где мы будем уже по ботаническому саду, по этой локации, в общем-то, видно уже, где мы будем искать лабораторию Джокера. Точняк, говорю. Ага, и пахнет. Так, мне кажется, что выдаёный батаранг пригодился бы. Что он, Господь Бог. Отлично. А как все бы поджарили, все бы урубины, да? Не нужно никого рубать. Ну да, они уже готовы. Отлично. Одного вырубили, в общем, бетарангом просто так, другого еще плюс к этому поджарили немножко на этом токе. Хотя он здесь живой, да? Кто-то, мне кажется, не живые. Но, черт, покажите хотя бы. Ладно, ее не покажут. Ну ладно. Так, что здесь еще имеется к этому? Посмотрим-ка. Так, в этом месте. Из загадок. Но много чего будет придется искать. Много чего придется искать. И загадок раскатывать. Ой, челюсть еще одна. Отлично. Третья челюсть пока что в этой локации. Так, ну все, здесь больше ничего нету. Идем дальше. Так, снова взламывать придется. Панельку. Доступа. О, тихо. Сразу все получилось, отлично. Взломали. Идем дальше. Идем дальше. Так, ну что ж, нас ожидает стелс-миссия. Когда начинается чаепитие в стране чудес. Снова загадка. Что ж, будем сейчас снимать всех быстро. И скажу, сейчас успею у того разобраться, с тем разобраться. Незаметно. Для у того. Надеюсь, не увидит меня. Потому что не хочется вдруг вот подставиться. Тихо, тихо, друзья. Бэтмен тут на славу поработал. Вы что, не заметили, как кто-то пропал? Ой-ой-ой-ой. Так, лучше-ка начну я заново. Ой, да-да-да. Это место. Что-то я немножко тупанул, конечно, зарядно. Фу, так, ладно, все. Начинаем. Стелс-миссия будет очень серьезная, такая сложная. У них теперь, в общем-то, и оружие, и ошейники эти, которые показывают вам о том, что кого-то мы вырубили уже. Ты проще загадки, если полно разгадывать придется. Так, ладно, врубаем-ка этого. Быстренько. О, молодца. Тихо, тихо, тихо. Успею, надеюсь, того вырубить хотя бы. Блин, кусок он сюда идет. Да и не думай сорваться. У вас, парни, все ништяк. Никаких угрызений совести, хотя он уволок вашего напарника. Отлично. Эй, пошел вон! Одного подвесили. Уходим отсюда. Так. Хотя, блин, сюда. Отлично, второго. Третьего уже по счету. Тихо-тихо-тихо. Что-то игра лаганул немножко. Блин, что такое? Что такое тут? Так, идут, друзья, идут. Один очень много входа. Может, как раз его можно снять и попробовать. Сразу же. Не, подать нельзя даже. Так, двое остались. С этим разберемся потом. Хотя можно их скинуть, так товарик даже вот. Трое против одного. Повезло, а? Ну да, повезло. Да, только они теперь вдвоем будут ходить вместе. А, вдвоем. Мы с Тамарой ходим парой, как говорится, да? Ну давайте. Покрывать будете тут друг дружку. Черт, это как раз вот. Хоть это вот не так, не очень удобно. Будем ждать, пока они нас вверх поднимутся, потому что нас снизу их не достанешь. Все будет хорошо. Здесь мы главные. Джокер все спланировал. О, молодец. Молодец, молодец, дружок, давай-ка, давай-ка. Все, мы тебя снимем. Отлично. Давай второй сюда же. Зарезай, дружок. Тебе, в общем-то, сюрприз устроен. Не дрожите, ребята. Он такой же, как и мы с вами, только безумнее. Если кого и надо в нужном забереть, то это его. О, отлично. Давай-ка здесь, дружок. Как кто-то пропал. Так, сейчас мы как раз его пробуем-ка.
к нему подобраться. Так, давай, давай, поднимайся. Осматривай тело, я пока сейчас себя сниму спокойно. Так, сюда что ли идет, да? Сюда? Матрика, сюда идет. Нужна помощь! Убирайся сам, мужик! Теперь такие правила. Да, зря ты высунулся, дружочек, зря ты ушел с своей хорошей точки. Теперь уж точно тебе крышка. И тебе тоже заодно. Я уверен, что вас было больше. Ох ты, красавчик, а! Новый краску эту комбо использовали. Вырубление противника. Прикольно, так схватил прямо его за. В общем, за рот и его вниз опустил, вот и. И, в общем-то, вырубил. Так, что ж, это отлично, улучшение. Что нам можете улучшить вроде? Так, ну броню полностью улучшил, да. А вот да, тройной. Хотя у меня двойной батаранг-то есть еще. Что-то я забыл про него. Что-то я про него забыл, в общем. Ну ладно. Надо будет использовать его почаще. Так, тогда думаю, сделаем кого-то так. Лучше сделаем тройной батаранг. Нам пригодится в дальнейшем. Это обязательно. Я вырублю противников трех сразу же. Мог бы их сразу всех вырубить, вот вторых этих, и если бы я имел бы тройной батаранг, и все. И был бы быстрее бы себя всех завалил. Так, ну что ж, загадки разгадывать будем. Типа у нас имеются небольшие загадочки, разбросанные рейдлером. Вашим удовольствием. Так, вот она здесь. Стрельбай, то ли хроники Аркима, то ли приз рейдлера находится. Ой-ой-ой, не то. Отлично. Так, по-моему, здесь приз рейдлера находится. Хотя, возможно, и хроники Аркима. Нет, приз рейдлера. Так и есть. Так, отлично. Идем дальше. Так, идем дальше. По-моему, у нас еще одна головоломочка имеется. Чаепитием. Страну чудес, в общем-то. Знакомые сказки этого Льюиса Кэрролла. Связано, в общем-то, со шляпником. Еще одним злодеем Бэтмена. Которого мы с этим в Arkham City встретим. И в Arkham Origins тоже встречали. Тоже заодно вот, когда проходил эту игру. Так, вот он как раз. А, не поле зрения. Так, давай. Во, все. Вот как раз это. Так, шляпник. Биография открыта, отлично. Почитаем. Все, так, идем дальше. Так, 10 частей у нас нету. Нам же найти, в общем-то, по следам так-то в ту сторону наверх, но вниз придется потом спуститься все равно. Потому что кое-что нужно будет сейчас нам сделать. Так, ну здесь таким образом мы разгадали пока что все загадки в этой локации, да? По-моему, все. Ладно, идем дальше. Будем дальше все искать, обследовать. Как раз туда идут эти следы Харли Квинн. Там у нас явно находится лаборатория. Прекрати это немедленно, пока не поздно. Прекратить? Но все помирают от любопытства, хотят знать, что будет дальше. Сейчас же отпусти его! Серьезно? Ну ладно, как скажешь, Бэтс. Спасите. Пожалуйста. Опа. Нет. Тебе бы надо поднажать, Бэтс. Такими темпами меня не поймать. Молодец, Джокер. Нужно отключить здесь подачу энергии. Ну да. Гаргулья здесь нету, перемещаться по воздуху мы не сможем туда вот попасть. Нужен трасомет, но трасомета у нас пока тоже нету. Да, там еще через челюсть, я может достану их таким образом. Маленько, да, стало, кажется? Отлично. 5 челюстей мы уничтожили. Все, там осталось всего. Помню, еще 10, еще 15 штук, что ли, найти. 15 штук уничтожили. Да, 10 начали, потом уже 20. Хотя бы челюсти достали. Да, придется все-таки отключить электричество. Отключить его, чтобы проникнуть дальше. Так, ну что ж, идем. Вниз спускаемся. Спускаемся вниз. Таким образом. Так, ну что ж. Фу, да, будет еще дальше. Все дальше все будет интереснее.
Так, новая загадка, помнишь уинов, как можно их забыть. Но это тоже понятно, как разгадывать ее. Нужно будет сфотографировать одну. Вот, как раз вот. Как называть штуку там? Скамейку. В общем-то, с этой надписью. Память Томаса, память Томаса Уэйна и Марты Уэйн, что ли. А, Готэм трое. Верные почитатели Готэм, что ли. Ну как там, фиг помнишь. Так, слишком мало, да. Во, все. И открывается биография. В общем, родителей как раз вот. Брюс Уэйна, Томас Уэйн и Март Уэйн. Так, отлично. Открыли еще на биографию. Так, идем дальше. О, еще. Еще на аудиозапись. Беседа с пациентом, Памелой Лилиан Айли, 14 ноября, время 10:21. Здравствуй, Памела. Сегодня я хотел бы вернуться к тому, о чем ты говорила во время нашей предыдущей беседы. Спрашивай все, что хочешь. Ты сказала, что твое первое предложение помочь Готэму отвергли. Как ты можешь в это верить? Что ты имеешь в виду? Ты выпустила в город тысячи ядовитых спор. Сотни людей погибли. Кому ты пыталась помочь? Дела у меня неинтересны, доктор. Отвратительные мешки плоти бродят вокруг, убивая моих несчастных малышек своей жадностью и высокомерием. Но разве ты сама не такой же мешок из плоти? Ты ведь тоже была врачом. Почему ты отвернулась от нас? Очень легко, но не от тебя, Стивен. Ты не похож на других. Я чувствую, между нами есть какая-то связь. Ты правда так считаешь? Конечно. Ой, одурманил его, в общем, своими этими феромонами, как, в общем-то, было, если не ошибаюсь, в фильме про Бэтмена. Бэтмен назывался... Бэтмен и Робин, что ли, фильм назывался? Там как раз тоже они сражались против этой ядовитого плюща, в общем. Там она тоже их чуть не одурманила. Друг против друга сражались даже. Друг против друга бились там в одном месте. Или не... В общем, ну, тоже пыталась, в общем-то, это сделать. А в этот раз она у него очень хорошо получилось, видимо, Стивена одурманить. Неплохо. Использовать в своих целях. Умоляю, я здесь никто. Я вам без пользы. Тебе повезло. Это бы... Давай, вали его! Так, зря, конечно, меня... Уворачивайся, идиот! У вас нет никаких шансов, идиоты! Бей, еще! Получай. Так, еще одна аудиозапись имеется. Так, ну давайте это вырубим быстренько. Так, быстрее, конечно, взял этот. Решил взять. Все равно ничего не получится, в общем. Так, ну все, последний остался этот с ножиками. Ну да, тут шансов у них точно не имеется никаких. Освободи меня, Бэтмен! Сейчас спасем, не волнуйся. Как там зовут Карл Тор. Ой, как там завалит эту дочь. Спасибо. Как ты? Нормально. Я такую мелочь на завтрак ем. Чем они здесь занимались? Пока меня избивали, остальные крутились у пульта. Без понятия, что они там делали. Так, а, Карл Тот. Так называют его рабочим, зовут его рабочим. Джокер заминировал пульт. Будет еще сложнее, но я готов рискнуть. Ну да. Заминировался, в общем, бомбочкой. Этими, с этим веселящим газом. Так, ну, сначала поберем-ка аудиозапись, послушаем. Я достал то, о чем ты просила. Тебе понравилось? О, да, Стивен, очень. Такой прекрасный цветок. Можно я оставлю его себе? О, нет, прости, Памела. Я не могу оставить его. Я буду приносить его, чтобы ты посмотрела. Но ведь это я, Стивен. Мне бывает так одиноко. Ты
Ты ведь не хочешь, чтобы я страдала от одиночества? Нет, конечно нет. Оставь его себе, только чтобы никто не видел. Правда? Никто. Доверься мне, Стивен. Спасибо. А теперь поцелуй меня. Я не могу. Нас увидят. Никто не смотрит. Что с тобой? Ты меня не любишь? Зови меня Плющ. Конечно, я люблю тебя. Ну да, все уже. Как будто под гипнозом находился он. Так, ну что ж, что здесь еще имеется? Смотрю-ка сейчас все места. Может, какие-то еще призы Риддлера. Ох ты, сколько всего здесь понакидано-то. Находится внизу-то у нас. Так, сейчас все смотрим. Так, ага, да-да-да, все понятно. Что нужно сделать? Взломать, в общем-то, эту панель, чтобы там проникнуть. Так, вот посложнее будет сделать. Отлично, получилось. Так, что он здесь имеется? А, в общем, да, карта секретиков. Еще одна. Так, и плюс еще приз Риддлера имеется. Отлично. Так, сколько всего там осталось? О, уже по карте помечены все призы Риддлера, который нужно будет искать. Но немало, да, здесь их очень немало находится. Все равно очень. Видимо, что-то я там забыл еще, да. Там, где я уже был. Придется все это поискать. Так, отлично, отлично, идем дальше. Надо все смотреть, поэтому все внимательно. Чтобы ничего не пропустить. Так, ладно, разминируем-ка эту бомбочку. Будет не так легко сделать. За какое-то определенное время нужно будет это сделать. Красоте. Вот как раз, да, мешается, в общем-то, те полосочки. Ну, не так сложно все это сделать, мне кажется. Хотя для меня было первый раз это сложно. О, чуть не... Чуть не опоздал. Фу. Да, только отключили. Теперь можем дальше идти. Похоже, я отключил подачу электричества к генератору. Да, молодец будет, молодец, просто молодец. Да, все отключил электричество, теперь можем туда идти. Но перед этим, как здесь, так, смотрю, что здесь нет, здесь больше ничего нету. Даже, в общем, знак Хвархима тоже нету. Так, ну идем тогда дальше, идем дальше. Сейчас поищем коту, в общем-то... Тот приз Риддлера, который здесь проморгал. Который там проморгал в этой комнатке. Нет, он... Так, у нас здесь еще будет. Скоро у меня в распоряжении окажется целая армия монстров, накачанных титаном. Только встань. Меня несут по улицам. Вокруг валяются трупы невинных граждан. Будет просто волшебно. Так, где-то вот приз Риддлера у нас находится. Где-то вот не здесь вот. Повыше, что ли. Посмотрим-ка. Где у нас может находиться? Где его мог проморгать-то? Может в этом... хотя бы прячет в этих вот. А, да-да-да. Вот он. В общем, решетки. В вентиляционной... в общем, в вентиляционном в этом проходе. Если так можно назвать, называть его, конечно. Это приз Риддлера находится. Ну что ж, уходим отсюда. Идем дальше за Джокером, преследуем его как раз вот. Так, где у нас этот проход? Так, помните, вот... А, вот как раз, да, следы Харли Квинн. Нашли, точнее, идем дальше. Теперь сможем туда подобежать, в общем-то, спокойно пройти. Мимо этих, в общем, электричества. Так, ага, понятно, что нужно. Какую загадку разгадать будет нужно. Хотя не так легко придется сделать, нужно будет кое-что поискать там. Вентиляция, если не ошибаюсь. Эта загадка разгадывается. Там проходит что-то есть вот. Спрятано. Кое-что. Так, идем дальше, идем. Надо будет сейчас поискать вентиляции. Это место найти. Не так уж легко это сделать. А, вот они, в общем-то. Перчатки, по-моему, крысолоба и это как там противогаз, что ли, и книжка еще при свете. Вот она, да.
разгадка. Загадки. А, Косолопий Гарфилд, точнее, посчитаем. Вот он, красота. Злодей Бэтмена. В общем-то, еще один враг. Хотя, по-моему, такой же злодей, если не ошибаюсь, был и в «Черепашках ниндзя», что ли. В старых, в общем-то, мультсериалах. 1987 года выпуска. Хотя в новых, по-моему, тоже он был. Только он, потому что там по-другому выглядел, его там по-другому изобразили. Так, хотя Отис Флэннинган. Так, ладно, идем дальше. Так. Идем дальше. Так, все, загадку мы разгадали. Так, здесь какие-то два прохода имеются. Так, куда они ведут, интересно. Другой-то. А, здесь приз Ридлера находится, да, отлично. Нашли его, взяли, идем дальше. Идем дальше, что ж. Оу, сейчас помню, да. Одна большая будет комната. В общем, канализационное такое вот помещение, где придется много чего сделать, чтобы разгадать загадки Ридлера полностью. Все. Если, конечно, это то, о чем я думаю. По-моему, то как раз именно и то. Хотя, да. Здесь много всего будет. Нужно будет разгадать. Что ж, поищем. Все загадки, все разгадки. Долго придется помочься, поискать все. Так, где-то внизу, по-моему, еще. Проход есть, да. Там Ридлер находится. Вот как раз виднеется. В этом канализационном стоке. Жокер у нас что-то там химичит, что ли? Где мы создаем своего солдата, суперсолдата, и к этому помещит титана. Так есть, наверное. Да, цепляться нельзя. Да зайти, в общем-то, что такое, нам придется по-другому забираться. Разваливается на части. Пользоваться крюком опасно. Придется лезть по старинке. Ну понятно, что по старинке придется лезть. Так, идем дальше, будем. О, кажется, что-то еще нашел. Приз Ридлера. Так, пока где я? Забыл, да, точно там же надо. Пролезть еще по вентиляционной, в общем-то, да, решетке. По вентиляции пролезть. Да, вот сюда. Берем. Приз Ридлера. Так, тихо. Идем дальше. Отлично. Так, теперь наверх разбираемся. Там у нас тоже еще загадка имеется. Так, здесь у нас еще находится, интересно, посмотреть нужно будет. Хотя, возможно, здесь мы еще пока что не сможем ничего достать. Придется потом обратно возвращаться. Наверное, мне так кажется. Если не ошибаюсь. Вот как раз проход туда нужно идти. Так, вот видно как раз знак вопроса частично. Но зацепиться туда не получится. Нужно... В общем, придется по старинке лезть. Это нужно, да, будет... Этот улучшенный бэткогти получать. Улучшенный бэткогти найти. Пока что его мы не имеем среди гаджетов. Не получится пока что это сделать. Ну что ж, тогда лезем по старинке, да. Так, он сейчас будет залезть быстренько. Так, скажу-ка пока сюда. Чё там вообще делать, не знаю. Так, оцепиться-то можешь? Ау. Бэтмен. Во. Отлично. Ух ты! А, видимо, красы. Снова мутация. Ага. Если этот Джокер создает чудовищ, то формула еще не совершенна. Скорее. Ну да, видимо, так и есть. А, так, сцепиться-то можно? Отлично. О, привет, проходи, присаживайся, я сейчас. Нет проблем, босс. А для чего это? О, да ничего особенного. Просто сделаем тебя больше, сильнее, умнее. Ну то, что больше, ты гранитируешь. Сейчас комарик укусит. Ой-ой! Да чтоб такое? Оооо. Как интересно, правда? Да, очень интересно.
Блин, ну что-то не туда, в общем, забрался я. Да уж. Ну и шуточки у Джокера там. Блин, да. Да чтоб тебя теперь не замогунько залезть вот. Нормально. Блин, не туда, не туда побежал. Ну, как варил, замучить долго. Мучиться придется долго. Так, ладно, бежим быстро, сейчас все сделаем. Загадку надо там разгадаем. И пойдем дальше. Сейчас еще кого-то скинет, мне так кажется. По этой, в общем, трубе. Да? Че там? Так, отлично. Смешно, там какие-то вещи слышны. Оттуда. Так, давай, разбегайся. Так, отлично, сейчас мы разгадаем загадку одну. А, да, вот пресс-ридлер здесь лежит. Так, вот сюда-ка забраться. Или там было по-другому сделать, наверное. Посмотрю-ка я. Так, все посмотрим. А, да-да-да-да, точно. Здесь можно зацепиться же. Так, отлично, вот. Так, знак вопроса. Так, соединяем-ка. Во, по-моему, так вот. Все, отлично. Загадку разгадали. Так, ну последняя там осталась загадка, которая вот спряталась за этим. Вот, за той, в общем-то, платформа, которую нельзя уничтожить. Примечься у нас в гаджетах, нужно найти новый гаджет, получить его. Это который называется Ультра Бэткогать, что ли, так называется он, правильнее. Они улучшены там или тройной подкокоти нет. Именно ультра подкокоти, так по-моему называется. Так, ну что ж, ну да, один остался, в общем-то, или два. А где-то еще вот еще имеется. Это комната, что ли, спрятан. Да, вот как раз вот за этим, за этой, в общем-то, конструкцией там. Уничтожаем при помощи подкогти ультра. А вот это как достать? Так, погоди. А где он еще находится, интересно? Где-то вот там, но где он там? Где-то вот здесь. Где же он? А, да-да-да, точно понятно. Так, где-то он не здесь, черный. Ну, так. Понятно, понятно. Так, где-то вот здесь он. Крюк здесь не поможет. Похоже, придется карабкаться. Хотя, возможно, я понял. Черт, ой, ладно, еще раз попробую-ка залезть наверх. По-быстрому. Кажется, что-то что-то там забыл взять. Так. Туда, конечно, может туда еще забраться, но как вот сделать это? Андерсамете, наверное, мне так кажется, нужно будет все сделать. У нас-то самета пока что нету. Так что придется пока, наверное, потом если это разгадать. Ладно, потом все вернемся еще сюда, все равно. В любом случае, так что ладно. Идем дальше. Идем просто дальше. Фу. Идем дальше. Так, еще одна какая-то газогадка у нас ожидается. Так. Надо вспомнить, конечно, как разгадать еще. Отвечай ему! Пожалуйста, прекратите. Я вам все рассказал. Вы всех поймали. Он здесь. Готов, отлично, критический удар. Фу, ну что, живой что ли? Рабочий. Метро. Как ты? А ты как думаешь? Меня чуть не убили.
Мы прятались в птичнике, и тут они пришли вместе с Джокером, подняли стрельбу, засунули нас в клетки! Они еще там? Нет, отсюда никто не выходил. Ты должен им помочь! Оставайся здесь. Поможем, поможем, не волнуйся. А, ну да. Так, ну ладно, серию, думаю, это пока закончим, 13-ю серию прохождения игры Batman Arkham Asylum. Увидимся в 14-й серии, где будем продолжать двигаться в сторону лаборатории Джокера. Выясним, где она там еще находится эта лаборатория. И, в общем-то, на этом пока что все. С вами был Михаил, увидимся. В общем, с вами был Михаил, увидимся в новых сериях этого прохождения. Всем до скорой встречи, удачи и всем пока.